Кумыс, Чакчак, Курай. В минувшие выходные многонациональный город металлургов в очередной раз отметил Сабантуй. Традиционный праздник Плуга развернулся в Парке Победы за центральной городской ярмаркой. Как встречали его магнитогорцы, расскажем далее. Национальная музыка, костюмы и угощения подчеркивают колорит праздника. На Майдане настоящее торжество культур. В праздничный день в магнитку прибыли гости из Татарстана и Башкортостана. Нам важно то, что сегодня происходит здесь и в нашем городе. Наш город традиционно многонационален. У нас проживает 93 национальности. Но никогда в нашем городе не было никаких вопросов, связанных с этим. И мы этим горды. Мы живем все одним народом. Сельские поселения Хамитово, сельские поселения Амангельде, людей, которые установили юрты, украшают костюмами наш праздник. На сцене коллектива Магнитогорского дома дружбы народов и Сибайской филармонии, а организатором праздника традиционно выступила центральная городская ярмарка. Нынешний Сабантуй проходит на обновленной площадке после реконструкции городом замечательного парка Победы. Мы сегодня празднуем этот праздник именно вот на этой обновленной площадке. И надеюсь, что праздник будет еще более комфортнее, еще более удобнее, еще более популярным. Ну и традиционно Рахим Атагес Сабантуйга. Для гостей развернулось множество площадок, конкурсы с призами, народные забавы, показательные выступления на лошадях. Традиционно на празднике установили юрты, где гостям представили особенности культур, показывали старинные ремесла, а также предлагали отведать блюда национальной кухни. Вот вы видите наш национальный костюм, во-первых, да, и, конечно же, гостей мы встречаем чаем, поим чаем, угощаем. Конечно, национальными блюдами обязательно. Это бишбармак, это курут, это все-все то, что у нас готовится. Конечно, мы подозревали, что будет настолько весело и интересно здесь, но чтобы настолько масса народа, много юрт стоит здесь, и Республика Татарстан представлена, Республика Башкортостан, и наши местные юрты, то есть Дома дружбы народов. Конечно, народ везде веселится, песни поет, танцует, пробует национальную кухню. Конечно, мы то, что ожидали, наверное, то и видим здесь, даже больше. Одним из новшеств стала кузнечная площадка. Здесь каждый мог попробовать себя в роли мастера, ударить молотом по раскаленному железу. А ремесленники на протяжении всего торжества изготавливали главный символ праздника – плуг. Ведь Сабантуй с тюркских языков переводится как «свадьба плуга» и знаменует окончание весенних посевных работ. Знаковый подарок вручили главе города. Вообще, конечно, это здорово, что мы вот так собираемся, это здорово, что мы дружим все. Это здорово, что мы сегодня здесь проводим время. Еще раз всех с праздником, всем удачи, всем здоровья. С праздником, друзья! Приехал из города Сибай на Сабантуй первый раз. Очень интересно, понравилось. Хорошее впечатление, ребенок играет, бегает. Мне понравилось все, а мне больше всех понравился батут. Хорошо, вообще в этом году очень отлично. Ну, мне очень понравилось. Праздник яркий, веселый. Тут много аттракционов, можно везде походить. Ну, в общем, тут везде весело. А тебе где больше всего понравилось? Ну, больше всего мне понравилось в юртах. У нас же очень много национальностей живет в городе, поэтому очень даже, как говорится, приветствуются такие праздники. Мария Клименко, Егор Суханов, информационная служба медиагруппы «Знак».